благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Так, еще раз берем, что металл, а металл является проводником, и заряд положительный будем передавать султанчикам. Сначала давайте белому султанчику. Я соприкасаюсь, а вы знаете, что металл является проводником, и, пожалуйста, султанчик, что делается? Валентина Суханкина, учительница с почти 30-летним стажем, больше всего в учениках ценит желание учиться. Говорит, пусть с первого раза не понял, не страшно. Главное, чтобы захотел понять. Тогда все будет хорошо. Карина как раз из тех детей, кто интересуется физикой. Лабораторные всегда парами. И вот работа идет сплоченно. Потому что если лабораторная работа, вот сейчас по электричеству, то здесь обязательно вот, необходимо друг другу помочь. И в этом она преуспевает. Вообще, что касается учебы, Карина все хватает, что называется, на лету. И литература, и биология, и история. Ей все интересно. А еще ей интересны люди. И одноклассники, и учителя, и просто новые знакомые. Они, кстати, отвечают ей взаимностью. Девочку в классе приняли как свою. Потому что она со всеми общается. Классный руководитель Людмила Леонидовна, она их пересаживает каждую неделю. То есть на третьем ряду сидят, на втором и на первом ряду. И каждый раз меняет соседа. А и вот здесь девочка со всеми находит общий язык. Все хотят сидеть с ней. Приятная девочка. В детдоме Карину тоже встретили хорошо. У нее счастливый дар устанавливать со всеми доброжелательные отношения. Несмотря на то, что живет она здесь чуть больше месяца, успела подружиться не только с ребятами, но и с воспитателями. Карин, как дела в школе сегодня? Двойку получила. Двойку? Как это вдруг? Пятерку по биологии. Пятерку по биологии. Хорошо. Рисовать Карину очень любит и делает это вполне профессионально. К своим 14 годам закончила художественную школу. Сейчас она готовится к конкурсу, а в свободное время для души рисует себя и своих друзей в разных образах. Друзей у Карины много. Совсем недавно к ним прибавился целый коллектив зимнего лагеря. Мы ездили недавно в лагерь с воспитанником детского дома. И там я участвовала в конкурсах во всех. Была лидером, и за это мне повязали ленточку, веровочку. Угу. Что за лагерь? Золотой Колос. Понравилось? Очень. Летом тоже обратно собираемся ехать все. В будущем Карина мечтает найти художественным способностям практическое применение. Карин, твоя цель? Стать известным дизайнером. Стать известным дизайнером. Педагогический стаж Людмилы Ивановны около 30 лет. Характер ребенка она может определить, если не с первого, то со второго взгляда точно. Про Карину говорит, она созидатель. Кому-то что-то помочь она любит. Вот стену, например, мы красили, она первая пришла, кисточку взяла в руки, давай помогать красить. Это вот как бы к чему-то хорошему у нее вот эта тяга есть. Карина, она, в принципе, индивидуум. У нее свой характер. Хотя достаточно легко сходится с людьми она. Дружелюбная, она очень активная, она и везде любит участвовать, во всяких мероприятиях. По характеру, наверное, лидер она тоже. Я считаю, что Карине нужен друг постарше, который научит ее жизни, на какие-то вопросы жизненные находить ответы. У нее есть брат, но, может быть, если еще кто-то будет, кто ее поддержит в жизни, то у нее все состоится. Еще одно увлечение Карины – музыка. Вместе с подругами они любят петь по пути в школу и из школы вечером перед сном. И просто так, когда есть время. Жили да были в маленьком городе, мили с мечтой пополам.
Как оленята добрые, гордые, дети без папы, без мам. Души свои от всех прятали, но доверялись нам. Снизу сон, мама за руку возьмет. И с собой навсегда отсюда уйдем. Мы пойдем с ней по морю и цветом. И во сне я отдам ей всю свою любовь. А еще Карина случайно проговорилась, что самая большая любовь и главная на сегодня мечта – хомячки. В общем, Карина умеет правильно загадывать желания. Еще до именно речения хомячки познакомились со всеми обитателями детского дома, сотрудниками и гостями. В этот момент девочку пришли навестить одноклассницы. Карина пообещала, что разрешит всем играть и ухаживать за джунгариками. И хорошо, если со временем к ним присоединятся птички, рыбки. Словом, живой уголок ребятам нужен. Знакомство с Кариной состоялось, и хотя она небольшой любитель сниматься для телевидения, при виде камеры замыкается и молчит, самое главное мы узнали. Она обыкновенная славная девчонка, которую трудности не отучили верить в хорошее и радоваться жизни. А еще ей очень нужны друзья. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8-8352-76-68-68, 8-967-476-68-68 или заполните анкету на сайте www.naставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта Министерство образования и молодежной политики Чувашии, Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.